Приветствую вас на внеплановом уроке. Я не планировал записывать этот урок, но хотел вам показать результаты активности. Вот профиль, с которого я еще пока ничего не делаю, но в нем уже 67 друзей. Видите, люди пишут, добавляются друзья и даже приглашают сообщество. Значит, этот профиль двигается как бы в правильном направлении. Количество, конечно, просмотров постов еще не увеличивается. Почему? Потому что все-таки эта активность пока пришла с сервиса, о котором я вам рассказывал, это топ-лист. Лидерс. Еще раз повторюсь, сервис мне не очень нравится, но на первом этапе помогает. А сейчас я вам покажу активность, которой стоит гордиться. Эта активность абсолютно естественная, просто показываю вам скриншот панели управления, даже сейчас обновлю, чтобы самому убедиться, что все это так. Обратите внимание вот на эти цифры. Я много и долго занимаюсь YouTube, но вот такого процентного прироста в просмотрах и во времени я не видел на своих каналах. То есть 999%, ну то есть это все предел, то есть он бы больше бы показал, но больше не может. То есть вот так развивается наш канал. Тут, конечно, нужно сказать большое человеческое спасибо вам, людям, которые смотрят ролики, которые я выкладываю на канале. Но, если честно сказать, все-таки основные просмотры принесли два ролика, которые смотрите не только вы. Это ролики, которые лежат у нас в открытом доступе. Я специально их выложил. Вот как у них растет количество просмотров. Сейчас этот ролик, видите, один этот ролик набрал, ну, почти 6000 просмотров. И вот этот вот ролик вот на момент набрал 2500 просмотров, то есть 6000 и 2500, то есть практически 9000 просмотров дали только два ролика. Да, конечно, ролики хайпанули. Сейчас в связи вот с событиями самоизоляции люди начали активно заниматься онлайн-обучением, поэтому Zoom, а эти ролики именно по сервису Zoom, очень востребован. И вот такое количество людей их сейчас смотрит и продолжает смотреть. О том, как создать канал, как его развивать, я очень подробно расскажу в нашей полной версии курса, то есть закрытой его части. И все вы научитесь создавать YouTube каналы, потому что YouTube — это лучший инструмент по привлечению клиентов в сетевой бизнес. То есть лучшего инструмента на данный момент я не знаю, наиболее эффективного инструмента именно для сетевиков. Поэтому все вы научитесь создавать YouTube каналы, записывать видео, выкладывать и, главное, запускать людей, которые смотрят ваши видео на вашу воронку продаж. Это наиболее теплый, наиболее подготовленный клиент, которого вы сейчас можете получить. Продолжаем изучать материалы тренинга, не останавливаемся, все у вас будет хорошо.